21 ноября в Алма-Аты начнутся национальные дельфийские игры. Ожидается, что в этом году в них примут участие более 500 человек. Всех участников разделят на две возрастные категории по 16 номинациям. Конкурс обещает много новинок. Одна из них – состязание в современном жанре диджей. В следующем году мы номинации будем расширять по опыту этого года. И мы сейчас ориентируемся по мероприятиям, которые уже прошли на региональном уровне. То есть прошли региональные отборочные туры по всей стране до сегодняшнего дня. И в рамках этого мероприятия в национальных молодежных дельфийских играх участвуют регионы, которые победили, то есть участники, которые победили на региональном уровне.